Все чики бамбони, сегодня мы смотрим клип от певицы Лести, поэтому мы начинаем, мы ждем, конечно же, но скорее всего нас будет ожидать грусть. Грусть в сочетании с милой, красивой и чистой душой Лести. Вот так вот. Ох, слон, Лайв-съемочка, может как будто от первого лица, как фильм «Хардкор». То есть получается, мы сегодня будем, возможно, на свидании с Лести, ребят, классно. Ведь здесь будет полное погружение. Мы будем смотреть все это от первого лица. Надо еще, знаете, накрыть себя какой-нибудь тряпочкой, и вообще был бы полный. Пока все хорошо. То есть она вот получила письмо, она рада, и вот она поет, у нее душа поет, она в комнате кайфует, выплескивает свои чувства, причем, ну, то есть она вот парит от этого, от этой любви, и нам вот показывает такую ткань, которая вот парящая, такая легкая, которая, условно, знаете, вот растает, да, на языке, что она ткань как бы описывает ее любовь, такую легкую, летящую, беззаботную, вашу. Подружки, знаете, она пытается радоваться, но у них не очень получается. Ну все, уже пошли, знаете, сначала пела душа, сейчас уже и танцы пошли. Так вот, любовь влияет на людей. Глаза, зеркало души, мы тут видим, что душа у нее. Ой, как она прекрасна. По глазам можно понять. Да. Самка, чай. Пока все очень смотрится романтично, очень атмосферно, то есть эффект присутствия имеется, съемочки эти вот такие, знаете, лайфстайл, короче, полностью. То есть мы видим жизнь, радость. Смущает это вот кадры некоторые. Почему-то вот видите, как вот это не подруги, наверное, ее, да? Или как это, не знаю, какие-то помощницы. То есть они все время либо закрывают лицо, либо типа делают вид, что рада. То есть им как бы словно на девушку плевать. Я не знаю, как пока. Что-то странное здесь есть, что-то странное. Побежала! Но везде
ищет своего любимого. Мне кажется, ну и этого любимого и нет. Представим, словно вот она, возможно, очень богатая девушка, и у нее нет любви, она совершенно одинока, и вот эти вот подружки, ну или как это, помощницы, так скажем, горничные, возможно, они отправили письмо ей, типа, кто-то влюбился в лесть, в певицу, то есть, и теперь она все, то есть она воодушевилась, она ищет везде его, а его, по сути, и нет на самом деле, поэтому вот подружки себя вот так странно ведут и не хотят показывать свое лицо. Ну, узнаем. Ага, а сейчас нам покажут письмо, да? А я тут что? Я тут не очень пойму. Она продолжает улыбаться. О! Кольцо. Ну как-то все сложно. Непонятно, это было или это... Ну, то есть это было до всего этого момента или после всего этого момента. Все-таки мои догадки были неверны. Я уже там надраматизировал уже все там, все, у меня там уже настолько все было вот закручено, завершено. Но на самом деле все было просто открытый сюжет. То есть там показали что-то, а типа, ну гадайте сами, пацаны, девушки, гадайте сами. Все у вас получится, мы в вас верим. О, классно. Давай, спасибо всем, чики бомбони, пока-пока.